Добрый день, Андрей. Добрый день. Вы как? Я нормально. А вы знаете, Андрей, мне путевку подарил мой заместитель. Накануне наш институт получил очень большой грант. И я перед отъездом ему все отдала. Сама. Ключи от сейфа, печать и право подписи. Мы как бы Он восхищается вашим мужеством во время спасения вашей жены и то, что вы рассказали правду. Он должен вас арестовать, но сейчас это бессмысленно. Я никого не хотел убивать. Каумайтон кан какрай. Но есть некто, кто действительно хотел нашей смерти. И если нам когда-то все-таки удастся выбраться с этого острова, в первую очередь надо найти этих людей. Китвами контон кон какрау. Он говорит, что вы не волновались. Они будут вести расследование сообща с российскими спецслужбами. А пока мы здесь на острове, неизвестно, сколько нам надо держаться вместе и как-то устраиваться сообща. Я не думаю, что в лагере кто-то будет рад моему появлению. Калкула тиджа лапай. Пойдемте, Андрей. Нам надо идти в лагерь. Слышь ты? Тихо. Слышите?
Андрей! Остановись! Стоять! Оружие на землю! Офицер полиции Чуньё. Это потерпевшие кораблекрушение русские туристы. Что с ними делать? Вы наши спасатели. Опусти пистолет. Вы наши спасатели. Кто вы? Почему здесь оказались? Я занимаюсь гостиничным бизнесом. Приобрел этот остров и прилетел на него посмотреть. Он купил этот остров. Так купил. У кого? У кого он купил остров? Скажите, откуда вы узнали про этот остров? Чего они говорят? Он приобрел через международные посреднические фирмы. Международные. Предыдущий хозяин умер. Ну как умер? Я хозяин острова. Андрей Каморин, my name. Очень приятно. Разберемся потом. Разберемся, договоримся. It's my island. Я не знаю, у кого он купил. Он говорит, что ваш партнер мог продать этот остров. Да ну нет, какой продать? Не мог он продать. Как продать? Кто ему продал? Нель Михайловна. Вот тут посмотрите. Что? Алло, да, я слушаю. Алло, Ген. Алло. Это Ира. Слушай, нас здесь их увольняют. Правильно делают. В смысле правильно? Им издала указ о том, что деятельность нашей компании нерентабельна. Ты понимаешь, что все рушится, Ген? Рушится? Сейчас построят. Алло, Ген, ты вообще слушаешь меня? Говори там. Еще раз ему переведите. Значит, как только он прилетает, он сразу связывается с консулом. Консул сообщает, что Рыбаков Савелий Тимофеевич живой находится на острове. Савелий Тимофеевич, я перевела ему. Все, хорошо. И пусть он сразу же связывается с моим помощником. Прозоровым Вадимом Алексеевичем. Вадим Алексеевич, правильно. Пусть сразу звонит Вадику. Да. А. Ну что? Ай! Андрей. Счастливо вам. Лида, вы передайте, пожалуйста, Лизе, что я ее очень люблю. Угу. Все будет теперь по-другому. Простите меня. Thank you.
берут только преступников. День и ночь кого-то ждет. Маленький остров забытых людей. Если память сердце жжет свежим порезом, тут тебя ответ найдет. В шепоте вещих печальных дождей. Почему ты здесь? И кто ты здесь? Чего тебе? Ты знаешь, что мне? Понятия не имею. Открывай давай, сейчас разговаривать будем. Слышь, ты иди поспи, мне нечего с тобой разговаривать. Ох, спасибо за совет. Че, все? Прибрала к рукам, как ощущение, класс, да? Людей увольняешь наших, да? Деньги забрала, недвижимость, молодец. Ты ладно, ты что дело-то рушишь, а? Андрюха отдал всего себя ему. Мы отдали с Андрюхой лучшие годы ему всей своей жизни. Ты что творишь-то, а? Это я отдала ему свою жизнь. Это я сидела каждый день и ждала, когда он собой говорит уйти от своей жены. И что в итоге? Они даже сдохли в один день. Фу, иди. Иди давай. Сейчас соображаешь, что ты несешь. Да, да, убрал мне все эти годы. Ты вот так вот нестишь ему вот таким вот образом, да? Нет, просто у меня есть мои интересы. И мне нужны деньги. А ты думаешь, что я буду холить или леять вашу чертову фирму? Нет уж, извини. Ты гадина, Нелли. Он тебе даже ответить не может. И тебе, кстати, тоже не может ответить. Это ведь ты послал его, а не я. Гена, знаешь, что ты паришься? Ну-ка. Тебе плевать на Андрея. Ты переживаешь, что все досталось мне, а не тебе. А я все получила по справедливости. Я заслужила это. Я наследница. Сука, ты! Ужин в холодильнике. Hello?
Здравствуйте. Такси на ближайшее время, пожалуйста. Подошло? Да, в самый раз. Привет, Чуньо. Где был? На море с девушкой развлекался. Панья не появлялся? Панья обещал скоро приехать. Передайте ему, чтобы никуда не уходил. Я позвоню. Хорошо. Он один знает это место. Послушай. Таких шансов в жизни может больше не быть. Мы станем очень богатыми людьми. Чуньё нужно срочно брать. Скорее всего, он сейчас в аэропорту. Хорошо. Я понял. Сам тебе перезвоню. Дежурного офицера ко мне. Начальника смены позовите, пожалуйста. Да, конечно. Этот пассажир летит в Москву по полицейской квоте. Код 3456. А кто это? Это русский полицейский. Мы совместно ведем расследование. Есть сомнения? Каким классом? Самым лучшим. Хорошо. Каморин. Капунка. Спасибо. Панья,
Длинная история. Нет, я в порядке. Хорошо. Встречаемся через 2 часа. Не по телефону. Офицер Чуньё, вы арестованы по подозрению в похищении господина Тхе. Давай, вперед. Камеру Чуньё открой. По приказу начальника никого к задержанному пропустить не имею права. Ты что, взбрендил? У меня приказ. Никого не впускать. Спасибо. Работает, Огнёк? Да, работает, простите. Андрей Сергеевич, здравствуйте. С приездом, так сказать, на родину. Вы знакомы? Федеральная служба госбезопасности. Не похож. Я что, арестован? Ну что вы. Я просто побеседовать. Рясин. Олег Семенович. Очень приятно. Нет, я с удовольствием побеседую, но... Можно я в туалет сначала схожу? А, да, конечно. Нет проблем. А вы за вещами моими последите, пожалуйста. Я понимаю. Перелет 10 часов плюс акклиматизация. Мои сумки. Вы уверены? Уверена. Из-за границы приехал? Что? Ну, в Турции я был. Почему в Турции? Ну как? Красивые, загорелые, отдохнули, да? А, нет, не в Турции. Да, у Греции. Да нет, не у Греции, но отдохнул тоже неплохо. Слушай, а я никогда за границей не был. У меня брат Эльчин. И Турция был, и Греция был. И на Кипре был. Шмотки торгует. Сейчас на Мальта собирается. Знаешь, Мальта? Мальта – остров в Средиземном море. Маленький остров. Целая страна. Маленький остров. Не знаешь? Ох, не знаю. А еще он сказал, что у вас теперь все будет по-другому. Не так, как раньше. И он никогда вас не бросит. По-другому это здесь. А там у него другая женщина и ребенок. Мне ему не нужна.
Лао Цзи сказал, тот, кто знает людей, благоразумен. Кто познает себя, просвещен. Понимаете, Лиза? Мы когда проживаем нашу жизнь, Богом нам данную, с любимым человеком, то мы каждый день открываем в нем что-то хорошее. Да и не всегда хорошее, может быть, даже и плохое. А ведь это единственный путь к самому себе. Ой, Вероник. Ой, Вероник, не надо, пожалуйста. Не надо. Прошу вас, не надо. Я ведь прочитала много умных книг, в моей жизни ничего не происходит. Зря звоните. Они уехали. Куда уехали? Не знаю, куда. Офицер Чуньё попросил меня помочь вам, Андрей Сергеевич. И я ему верю. Верю, что вы честный человек. Потому что Чуньё мой хороший друг. Только вот как я вам помогу, если вы бегаете от меня, как мальчишка, честное слово? Что вы хотите от меня услышать? Подробности. Все, что было. Что происходило на острове? Ну, в правдивом изложении, разумеется. Андрей Сергеевич, я здесь. Телефон есть у вас? Конечно. Спасибо. Пожалуйста. Алло, Нелли. Привет, это я. Алло. Алло. Спасибо. Секунду. Возьмите себе. У меня еще есть, а вам пригодится. Ну, правда, берите. Только зря вы обнаруживаете себя раньше времени. Так просто, звоня любовнице. Вы знаете, где она? Исчезла в неизвестном направлении вместе с ребенком. Пока неизвестно. В списке подозреваемых по делу об исчезновении русских туристов ваша знакомая тоже имеется. Нелли не могла. Я серьезно, Нелли не могла. У нас ребенок, вы понимаете? Она вообще не хотела меня в круиз отпускать. Люди видят то, что хотят видеть, Андрей Сергеевич. Опрос соседей показал, что после вашего исчезновения она встречалась с неизвестным мужчиной. Так что мотивчик спровадить вас куда подальше вполне мог быть у нее тоже. Бред какой-то. А у кого еще мог быть мотивчик? Туристическая агенция, которая устроила ваш круиз, бесследно исчезла, господин Каморин. Генеральный директор покончил с собой, сбросился с крыши своего дома. Так что зацепок у нас немного. Про нас это плохо. Мы можем поладить.
Я готов рассмотреть вопрос о твоем повышении. А может, и о награде. Мне ничего не нужно. Замечательно. Тогда тебе не нужен и клад. Отдай его. Где он? Какая часть клада тебя устроит? Ты меня с кем-то путаешь. Я не торгую. И не торгуюсь. Строгий режим. Еды и питья не давать. Так точно. Значит, вы думаете, увидев вас... Спасибо. Узнав, что все живы и невредимы, настоящий заказчик начнет как-то суетиться, действовать и тем самым обнаружить себя? Я думаю, да. И с кого рассчитываете начать? С заместителя Вероники Андреевой. Она мне на острове рассказывала, что это он ее в этот круиз отправил. Из-за того, что их институт грант получил. Ну, то есть получается, что из-за казенных денег. Значит, директор института лингвистики. Логично. К тому же этого Вахтанга недавно задержали за нецелевое использование государственных средств. Так что, его посадили? Нет, отпустили. Пока. До суда. В институте он, конечно, не работает. Где же мне теперь его искать? Знаете, Андрей Сергеевич, я вам после позвоню и скажу, где его искать. Угу. Вы сейчас куда, домой? Да не, я к Генке. Ну, то есть, к Быкову, к Геннадию. Только вот дома вы его не застанете. Почему? Он уже неделю в родительской квартире живет. Мама у него умерла. Сердце. Ну ладно, пойду я. Андрей Сергеевич, вот вам моя визитка, так, на всякий случай. Если что, звоните. Спасибо. Здравствуйте, с праздником! Ванечка, с праздником. Я. Ген, ты чего? Гена. Ген. Thank you.
Быков, ты что это такой трезвый? Быков. Ты что делаешь-то? Ты что делаешь-то? Это я, господи, отдай мне. Отдай, я сказал. Пусти, сказал. Все, успокойся, это я. Я, видишь, я живой, я живой. Вот у меня, вот, все. Живой. Все. Все, успокойся. Пей. Да пью. Живой. Живой, ну. Ничего, тяжело тебе, Ген, с призраком разговаривать? Да что ты, Андрю? Я думал, у меня белка. Пьет, как дурак, мать. Как дурак. Маму схоронил. Я не знаю. Ну, все. Все, давай, соберись и... Нас с тобой, как этих рыб из потока жизни, выбросили. Значит, наше место здесь. Возвращаться не хочешь? А что мне там делать? Здесь крыша над головой. Рыбы полно. Мы с тобой должны быть там, где ошиблись. Я на севере служил. Молоденьким еще лейтенантиком был. Стащил гранату противотанковую. Ну и пошел на море рыбу глушить. Кинул, спрятался. Рвануло. И жду, когда рыба всплывет. Больше 2 часов сидел. Пальцы на ногах поморозил. Потом только узнал, что морская рыба не всплывает. Нет у нее легочного пузыря. Нет. Вот так. Нету. Давай. Давай, дыши. Не могу я больше. Дыши, ты мне человеком нужен. Давай. Откуда ты взялся-то? На всех передавали, что только капитан той шхуны остался живой. Протрезвеешь, я тебе все подробно расскажу. Давай. Кстати, почему шхуну? Мы же яхту заказывали. Вот. А вот об этом я у тебя хотел спросить. Перекупил кто-то капитан твой. Перекупил. Видимо, появился третий человек, которому выгодно было, чтобы мы потонули там все, а не на острове на этом остались на 3 года. Вот черт. А я хотел лететь, сам во всем разобраться. Только следователь какой-то из ФСБ в аэропорту меня встретил. Рясин? Да, а ты откуда знаешь? Он меня тоже в аэропорту встретил. Ничего не понимаю. Ты понимаешь? Пить, потому что надо меньше надо пить. Да пошел ты! Я маму хотел от Альберта избавить за пьянство его. Теперь, когда их обоих нет, сам последнего алкаша превратился. Да живой твой Альберт, живой. И не пьет даже совсем. В смысле? В прямом. Батя жив? Да. Ну, вообще все живы остались. Слава Богу.
лежат сейчас на нашем острове, загорают. И судьба их теперь от нас с тобой зависит. Так что ж нам с тобой делать, Андрюха? Нам же с тобой что-то теперь делать надо. Нам же делать что-то. Андрюх, нам же теперь с тобой что-то делать. Андрюха, надо что-то делать, а? Чего ты молчишь? Надо что-то делать, Андрюха! Андрюха, ну!